Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене дуже цікавий гість, дуже цікава непересічна людина. Це справжній журналіст, програма «Гроші», ви пам'ятаєте, я впевнений, що ви пам'ятаєте. І керівник 17-го каналу Жанна Васильцев. Радий тебе вітати у нас в студії. Дякую тобі, що ти прийшов. І одразу хотів би тебе запитати наступне. Ти працював в програмі «Гроші», ти працював на «1+1». Ми знаємо, наскільки це впливовий і наскільки це достатньо багатий канал, якщо можна так сказати. Але чомусь ти вирішив з нього піти. Розкажи, будь ласка, що вплинуло на тебе, на це рішення? Действительно, «1+1» – это канал, скажем так, с такой развитой буржуазной системой, где ты получаешь разные социальные льготы, страховки, стабильная зарплата и, ну, скажем так, такая огромная теплая ванна, в которую все стремятся залезть. Будучи там, я прошел от журналиста к спецкорреспонденту, к ведущему одной программы, второй, вот на программе «Гроши» уже как бы начались чудеса. Чудеса заключались в том, что мы готовим к выходу в эфир порядка там 10 сюжетов, в эфир попадают там 5-6. Когда эти вещи начали происходить, это цензура, можно сказать. Тогда нам это объясняли, что не проработали материалы. Надо доработать, ищите еще, это вы мало поработали. Ну, при том, что как бы сначала мы в это верили. Вот. Потом, когда это уже стало такое заположение, ну, закрали сомнения. И тем более то, что дорабатывается, оно потом все равно не выходит в эфир. Вот. И начались у меня постоянные трения с начальником департамента, с главным редактором и со всей вертикалью, которая там была, возможно, на тот момент. Ну, это внутренне, понимаете, то есть вот журналист где-то за кем-то следит, ползет, снимает этот кадр, приходит в редакцию, тратит время, мы делаем из этого сюжет, параллельно журналисту угрожают, он ни в какую... Параллельно журналист все равно... домовляется со страховой, потому что машину спалили. Ну, то есть там вечно на грани, то есть ты ходишь, оборачиваешься по улице, а потом в какой-то момент твой этот труд идет на смарку, просто его вырезают из эфира, по какой причине, и тут уже варианты версии, да, кто-то говорит там о вполне конкретных суммах, там, о 50-100 тысяч долларов за снятие с эфира. Кто-то говорит о личных там, договоренностях нашего там, руководства на тот момент. Ну, как бы это... Будь ласка, поясни, ну, просто я не до конца все разумею. Что имеется на увазе снятие с эфира за какие-то суммы? Тобто ти знімаєш, наприклад, про якусь людину, що вона не настільки гарна, як всі вважають, а ця людина потім... А ця людина біжить потім на гору, там, до... А це ж її попередити якось мають, так? Що-що? Ну, її якось мають попередити, що вітаю, завтра ви станете... Коли за тобою бігає по п'ятам журналіст програми «Гроші», ти вже предупрежден, що щось відбувається. І так як вони, як би, люди з деньгами, то і можливості у них теж є знайти, як пролізти, куди і кому договорити. Вот, поэтому начались такие чудеса, меня это не устраивало, и, значит, у меня стоял выбор. Либо хлопнуть громко дверью, заявить на всю страну о цензуре. Мы, кстати, заявляли, мы же сделали эту организацию «Стоп-цензуре». У нас там был инцидент, мы как бы пошумели, даже тогда на том этапе приезжал Коломойский общаться с коллективом, рассказывал о том, что ребята, это все вот Ткаченко. И мы все как бы ему дружно поверили, потому что подумали, что действительно информация туда выше не уходила, все это тут замыкалось на Александре Ткаченко. Ну, позже мы как бы поняли, что Александр Ткаченко, ему как бы не сильно это была встряска, так как сюжеты так и продолжали пропадать. Вот. И у меня стал просто выбор, либо я как бы наклоняю голову и тихонечко работаю дальше, получая эту всю свою буржуазную зарплату и все остальное, либо я начинаю как-то сопротивляться. Вот как-то сопротивляться было бы возможно, если бы коллектив вот этих людей, журналистов, да, которые, это же по сути, они первые, кто как бы страдает от этого, потому что ты рискуешь, ты тратишь время, а твой материал просто вот так вот, да, и в корзину. Вот это неприятно, и я рассчитывал на то, что если я как бы за них пойду сейчас там как бы устраивать этот махач, то они, естественно, будут меня поддерживать. Но оказалось немножечко иначе. Я понял, что люди готовы отказываться от своих материалов в какой-то момент, они, ну, хотят, наверное, верить в то, что их надо доработать, хотя потом никто не дорабатывает.
И получилась такая вот штука, что я понял, да, вот из 10 материалов 5 пропали, 5 вышли. Но 5 же вышли, мы же 5 людям помогли хотя бы, да, то есть уже вроде бы оно и неплохо, можно и остаться, но совесть мучает. Ты же как получаешься соучастником, да, ты там не можешь добиться, чтобы это вышло в эфир, и молчишь о том, что оно не вышло. Что делать? Мы тогда придумали такой ход, сделали информационное агентство «Гром ТВ», «Громадское телебачення». Вот. И все материалы, которые не выходили в эфир у нас там на 1+1, мы их автоматом перенаправляли туда, монтировали по-своему. И получился достаточно интересный ресурс, который, ну скажем, мы за короткое время... Громадське – это ты, получается? Мустафи Громадське. Вот мы просто раньше были, застолбили все домены с буквой «Г». То есть у нас «Громадське телебачення», «Гром ТВ». ТБ, а у них Хроматське. Вот просто по той причине, что мы были раньше. Вот. И как бы мы вот так вот параллельно еще, наверное, какое-то время, там около года существовали. То есть идет программа «Гроши», с которой снимаются сюжеты. Ну, эти сюжеты появляются на Гром ТБ, и все вроде бы хорошо. Потом случился Майдан. Параллельно у меня все равно были, как бы, понимаете, просто взять и смириться, когда вот так вот тебе в лицо, да, вот тут выкидывает сюжет. Ну, очень сложно. И я, получается, стал таким конфликтным. Я ходил разбираться к этим редакторам, пытался поговорить с журналистами. Понятное дело, что я начал там напрягать людей. И способ, которым они от меня откажутся, ну, я считаю, это они как бы гениально придумали. Потому что сейчас я уже, оглянувшись назад, понимаю, что никаких случайностей не бывает. Вот смотрите, Майдан случился. Пришли к власти те, кто пришел. Глава МВД Аваков, тогда был генпрокурор Махницкий и, по-моему, Наливайченко, да, был? Да, вот на первом этапе. Они устраивают первую пресс-конференцию по результатам расследования убийств на Майдане. Я сижу на тот момент там в гримерке, где-то я к эфиру или к записи готовился. И краем уха наблюдаю, значит, они там презентуют схему. И схема называется «4 группы убийц с Майдана». Это первая пресс-конференция вот этой новой власти. Да? Я тут смотрю, думаю, кто-то там на кого-то похож. И я понимаю, что это я в этой схеме. То есть там есть Янукович, есть его Захарченко, и где-то тут вот левее чуть-чуть, там моя фотография. Да, то есть вот 4 группы убийц с Майдана, на секундочку. Вы представляете, еще в стране вот это вот прямо дух вот этого победившего Майдана, еще горечь от потери Небесной Сотни, все это вот, вот оно только случилось, и я нахожусь в той схеме, где 4 группы убийц с Майдана. Я, понятное дело, пытаюсь что-то там ответить, на что пресс-служба канала мне говорит: смотри, вот твой договор, в договоре написано, что ты без нашего согласия ничего говорить не можешь. Получается, молчи, мы сейчас разберемся. Я еще сижу, наверное, там дней 5 молчу, потом понимаю, ну как-то это странно. Новости об этом расходятся, уже круги такие, да, от этих волн все шире и шире, это уже обсуждают, уже как так и надо, так вот же 4 группы убийц Майдана, да. А я не имею возможности достойно ответить. Вот, и я тогда понял, что это все, наверное, как вот такая рука руку моет, где-то они там договорились и таким образом решили меня сбрить. От проекта меня отстранили, показали договор, что молчи. Я тогда понял, что зачем мне молчать, мне надо отстаивать свою позицию. Вообще, я понимаю, расчет был на то, что я как бы со страны куда-нибудь уеду и потом буду там с этим изгнанным правительством рассказывать, что я это не я, да. И действительно, я вот, ну, 50 на 50, я не мог понять. Я понимаю, что с одной стороны это опасно, да, оставаться при таком раскладе с таким клеймом. С другой стороны, ну я же ни в чем не виноват. Я был на Майдане, более того, я хорошо там общался с несколькими сотнями людей. Я решил пойти с ними поговорить. И в разговоре они меня знают, я им все объяснил. Более того, там вечер на Майдане. Мне дали высказаться раз, дали два, вот. И более того, тогда же, скажем так, очень... боялись за свои там решения разного рода судебные инстанции. Поэтому моя жалоба, ну, мое как бы там обращение к МВД, я подал в суд на МВД с тем, что как бы они ошиблись, надо извиниться вот по такой-то там причине. Я выиграл в одно заседание первую инстанцию сразу же, просто потому что я пришел с Майдана, попросил сотня людей, поднялась с шинами, со всеми делами, мы перешли в Печерский. Аргумент. Да, то есть, ну, тогда этот язык был наиболее, скажем так, понятный для власть имущих. И выиграли в одно заседание. МВД подало в апелляцию, я и апелляцию выиграл, чуть-чуть по-другому, но тем не менее выиграл. Сейчас дело это находится в кассации, и оно потеряно, вот, то есть я не знаю, где оно, что, меня никто не трогает, МВД не извиняется, ну, таким образом это все подвисло.
Самое главное, что эта история, она меня сподвигла на то, что я вот увидел степень вот этой алчности, обмана, вот этого вот всего, что как бы происходит. Это же я как бы человек не случайный в телевидении, да. Я знаю многих, с меня знают, и то они поступили вот так, как они поступили. Я понимаю, что как бы... А тут начинается еще в этот момент вот эта вот истерия с началом АТО, Крым. Все это вот так вот прямо на глазах разворачивается. И я, будучи в той ситуации, я понял, что... Наверное, нас вот ведут куда-то вот не в том направлении, где есть развитие, да, нас ведут на убой скорее. Вот. И тогда, вот, так как мне уже терять нечего, да, то есть, более того, есть хороший опыт этих выигранных судов, я решил, что надо бороться. Бороться в каком плане? То есть, если я эту правду вижу и понимаю, я должен ее донести. На том этапе еще стоял Майдан, и ничего мне не стоило прийти и попроситься с выступлением, и мне дали на этом вечер выступить. Вот. Я призвал людей требовать от власти расследования убийств Небесной Сотни, ну так как я сам пристегнут этим четырем группам убийств Майдана, то есть кому требовать, как не мне, да? Я вот он стою, вы знаете меня, я знаю, что я ничего не делал, и ну, логично доказать, что это как бы неправда. Ну и как бы и Одесский дом профсоюзов, такая же как бы история, нам надо расследовать, и вот когда мы расследуем, тогда давайте уже займемся АТО и поймем против кого. Вот ну, суть моего предложения была такова. Меня, конечно, освистали. Не может быть. Ну да. Вот. Я говорил как бы на искреннем порыве, и я прямо в момент этого разговора вот так глазами по толпе гулял. Я видел, что там сразу человек 10 ломанулись к сцене. Ну, наверняка... Чтобы привитать это. Да, 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 чтобы привитать. Я поэтому, когда спускался, уже был полностью готов к разным приключениям. Но, слава богу, именно вот в тот день у меня появились единомышленники из патриотично налаштованной молоди, да. Мы тогда познакомились с ребятами из громадського об'єднання «Безпарканів». Які потім працювали. Да, потім ми всі скооперувалися і почали разом робити одну справу. Вилилось это все вот в создание 17-го канала, который, собственно, как бы основной своей целью ставил соблюдение вот журналистских стандартов. А вы знаете, наверное, что по нормативам, там, разработанных ЮНЕСКО, есть, значит, положение такое, что журналист должен выступать против любых войн, ну, всеми силами как бы приближать мир. Вот. Мы поэтому как бы поняли, что кому как не нашей стране сейчас это, наверное, наиболее важный момент, который надо реализовать. Появились как бы мои друзья, появились единомышленники. Мы как-то так скооперировались, нашли на тот момент инвестора и решили как бы организовывать этот 17-й канал. И основная его фишка была эти телемосты. То есть нам тут с экранов рассказывают, что идет полная демонизация противника. С той стороны точно такое же по поводу наших патриотов идет. Ну, накаляется все, мы понимаем, что вот оно сейчас рванет, если ничего не делать. И мы как бы разные там идеи продумывали. Мы думали и какой-то там автопробег любви, где мы там заедем вот в ту зону, где вот-вот сейчас все рванет, а можно заехать туда, там, если 1000 машин заедет, устроим там концерт, любовь, мир, дружба, жвачка, и ничего не случится. Вот. Но у нас постоянно какие-то там палки в колеса. Я уже понимаю, что на том этапе по нам начали хорошо работать. Ну, вот просто из рук начало все сыпаться, люди теряться, странные вещи происходить, это отдельная передача, может быть, по этому поводу. Вот. Ну и мы как бы вышли на то, что оптимально и менее затратно будет просто устроить эти телемосты. Мы пригласили наших атошников, с той стороны вышли те, кто там взял оружие, и у нас состоялся телемост, кстати... А, в принципе, могли на тот момент находить какую-то спільную мову между собой? Вот, я рекомендую я вообще... что это выходило. Да, да. Так вот самый первый телемост, это был с Луганском, значит, с той стороны вышел... Алексей Мозговой, это у них там бригада «Призрак» называлась, ну и он там 400 километров границы контролировал, то есть это ну, наш, конечно же, украинец, вот, который ну, волей судьбы оказался на той стороне. Наши воины АТО в разговоре с ним пришли к такому знаменателю, где он согласился, что ему не нужно ни ЛНР, ни ДНР, и он готов жить в единой мирной Украине. С условием, что если отсюда выгнать всех олигархов. Ну, как бы это и Майдан декларировал изначально, что поэтому атошники сказали, мы же этого и хотим. И они говорят, так и мы же этого хотим. Атошники сказали, ну у вас же там типа Россия вами руководит. Они говорят, нет, мы можем сами, и если за такие идеи, то... Но так или иначе прозвучала эта фраза, что им не нужно ни ДНР, ни ЛНР. И от человека, который контролирует такой огромный кусок границы, за которым стоят именно вооруженные там тысячи людей, это был плюс. Если бы кто-то хотел мира, то можно было вот к этому ну, моменту апеллировать и каким-то образом вот тоже, то есть если бы это кому-то нужно было.
Ну, как мы увидели, значит, нас после этого сразу же назвали сепарами после этого телемоста. Мозговой после этого прожил недолго. Вы знаете, что его там, да, взорвали, расстреляли и как бы все тоже. То есть он ни одной, ни другой стороне он тоже не подходил, да. Потому что он был договороспособный. Можно было с ним говорить, решить и вырулить. То есть что же говорят тут наши патриоты? Что нам нужна территория, да? То есть это не метра нашей земли и прочее. Ну хорошо, мы говорим о том, что давайте сохраним и территорию, и людей. И это можно сделать только путем диалога. То есть, ну вот уже сейчас безуспешность силового сценария, она, по-моему, очевидна. Мы все это время говорили с той стороной и всегда находили точки соприкосновения, несмотря на какие-то там казусы и конфликты. Вот, поэтому как бы по нам шла работа по нескольким направлениям. Я уже просто позже узнал, что был сформирован в СБУ целый отдел, который занимался 17-м каналом. У нас пытались прямо во время эфира человека похитить. Прямо во время эфира его там пытались затолкать в бус, вот, увезти, чтобы он не транслировал. Это, кстати, был один из... Ну, говорили, что это третий Майдан начинается, потому что атошникам накипело на тот момент, они приехали на Майдан. Вот, и единственная камера, которая их транслировала, это была камера 17-го канала. Поэтому, конечно, сказали, что сепаратисты, если вас показывают сепаратисты, то и вы сепаратисты. Их всех вот без камер под шумок. То есть нашу камеру затолкали в микроавтобус, атошников этих сложили и разогнали. Вот. Поэтому об этом даже, ну, 90% населения, наверное, и не знало, что такая вот тема происходила. Вот. Нам прибежали, значит, это в тот же день, когда пытались похитить человека. Его отбили, кстати, там заступились за журналиста «Радикальный правый сектор», потому что они поняли, что, блин, даже их камера нас единственная транслирует. Стоп, 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 достаньте. Вынули его из микроавтобуса каким-то чудом, и этот микроавтобус уехал, да. Потом мы уже на камере наблюдения наблюдали, как к офису подъехала, ну, целая там группировка, перелезли забор, побили охранника, забежали, потращили и вытянули технику, да. Вот, то есть, ну, был такой полный разрыв канала, вот, просто чтобы остановить вещание. Это, конечно, грустно. Понятное дело, что, да, там был такой очень интересный момент, что последний, знаете, как в американских фильмах, когда самый там жадный или там невнимательный, вот он выходит, да, такой вот с этими компьютерами, поднимает голову, тут уже полиция приехала. У нас полиция была на соседней улице, но ехала она полчаса. Тоже, думаю, это не случайно. Ну, и то, когда она приехала, все уже убежали, видно, им сказали, да, что как бы такая история происходит. Ну, один, он просто слишком много взял, и он так выходит прямо с этой техникой, смотрит, тут, ну, как в фильмах, поехал. Понятное дело, что при желании по этой ниточке можно было достать вообще всю цепочку, кто там кому давал какие указания и почему и так далее. Задержали этого одного, через день его отпустили, потому что он же все-таки... Но не сказали, він нічого поганого не робив, він просто хотів відкрити свій власний канал. Вооруженный разбой, потому что они были с оружием, они побили сторожа. То есть, ну, это просто криминальная полностью ситуация. Они его отпускают, потому что он воевал в АТО. Вот. Ну и сейчас вроде идут еще какие-то суды, но все уже на то, чтобы забыть эту историю и отпустить. Технику никто не вернул. Их никто не наказал, и лишний раз дали такой сигнал всем, скажем так, агрессивно настроенным. Изорвал стоп-кран, да? Да, что вот вы можете делать с ними, что хотите. Это крайне неприятно. У нас коллектив был очень идейный, то есть без идеи мы бы не продержались там и месяца, да. Мы 3 года выходили в эфир, мы 3 года не обращали внимания там на слежки, какие-то там письма непонятные, преследования, вот эти похищения, там погромы канала, мы бы это все выставили, да. Ну, как однажды Татьяна Монтян сказала, что вас сложат на том, что найдут вашего инвестора рано или поздно. Кошелек, да, кошелек, да, зарубят, и тогда вот уже точно вы все поразбегаетесь. Наш кошелек они находили 3 раза, потому что мы меняли инвесторов на разных этапах, то есть люди пропадали просто. То есть вот в Киеве здесь были определенные товарищи, которые готовы были поддержать нас гривной, и вот они просто растворились на каком-то этапе ни слуха, ни духа по сей день. А мы не могли понять в тот момент, ну почему так? У нас есть хорошие, как бы там выстреливают темы, нам надо развиваться, расширяться, мы же за мир, за добро, за любовь. Ну почему как бы у нас, ну, во-первых, мы, же интересный момент, мы 30 тысяч подписчиков набрали за первый месяц, вот мы выдали этот телемост с этим мозговым, и у нас к концу месяца уже было 30 тысяч подписчиков, то есть темп хороший, да, что должно было за 3 года случиться, все понимают, но мы следующие 3 года шли до 40 тысяч, нам писали люди, что он подписывается на наш канал, а вечером заходит, уже отписан, опять подписывается, и так вот каждый день у нас вот эта вот аудитория, которая там была, она была уже научена, что нужно еще раз подписаться вечером не забыть и так далее. Ну, мы тогда рассказывали об этом многим, но нам не верили, думали,
думали, что это мы либо придумываем, либо хотим попиариться. Вот сейчас я уже так понимаю, что эта технология уже вскрылась, потому что ее сейчас обкатывают на многих, и все-таки мы не сумасшедшие, а это действительно было. Вот. Ну, вот так вот. Вот таке питання. Я бачив тебе на зустрічі людей, які не дуже підтримували безпосередньо нові ці реформи стосовно землі. От. І я знаю, що у тебе є 1,5 гектара, тобто ти такий олігарх, можна сказати, да? І ти чомусь не дуже полюбляєш безпосередньо наше гучне місто, а хочеш виїхати ближче до землі. Чому? То есть по роду своей деятельности. Чем подтримуешь ты взагалі? И чему ты вот... Я вот, вот сейчас я логично к этому приду. Значит, у меня действительно 1,3 гектара земли. Я не то, что там как бы собрался усадьбу строить, я собрался заняться, ну, скажем, такое агронаправление. Ну, по первой причине, то есть меня тянет туда как бы на землю. Я люблю босиком ходить, я люблю выращивать. Плюс сейчас земля стоит копейки. То есть мне нужно было продать машину для того, чтобы купить эти 1,5 гектара. Да, это 70 километров от Киева. Ну, это час езды. Тут по Киеву другой раз час едешь и ничего, да. Я решил посадить орехи и разные там еще культуры. Мне нравится этим заниматься. Я к своим, там, наверное, к 40 годам вот уже больше понимания пришло, что здесь, что у нас в городе получается? Пересечение вот этих мобильных сетей, Wi-Fi, роутеров. Все это же уже как бы доказано, что это никак не способствует развитию там здоровья. Да? У нас людей ввели в заблуждение. Еще вот начиная с Совка была же вот эта политика, что все из сел переезжайте в города. Там колбасу ты в городе можешь купить за рубль, а в селе три. Почему-то так. Ну, это, в принципе, световая такая это тенденция. Это везде, да, во так, всем так, мире. Так. То есть создавайте мегаполисы для чего? Это просто ну, такая вот, практика управления. Потому что люди, загнанные вот в эти муравейники, да, их можно по-разному. Там, сокращать население, там, пооблучать чем-нибудь. А, да, то, там, то дійсно, да-да-да, це ж, якщо хата, і там земля, конечно, такий кожен по гектару, конечно, до нього поки доїдеш, конечно, поки а там... Тут, вот вы дома у себя включите Wi-Fi и посмотрите, помимо вашего, сколько еще через вашу квартиру проходят этих СВЧ. Сверхвысоких частот, которые как бы они никак не полезны для организма. Но у нас все живут в этих СВЧ. Я думаю, что еще лет 5 и будут официальные признания с тем, что это как бы все влияет там на наш мозг, и все это для управления нами же сделано. Вот. Поэтому как бы я, когда это все осознал, я понял, что здоровее, лучше, веселее и комфортнее жить на природе, я пересмотрел, у меня ценности поменялись. Вот сейчас, смотрите, у нас человек снимает квартиру в Киеве, работает там на 3 работах, как бы на себе готов рвать одежду и во всякие неприятные истории влазить, чтобы в итоге купить там за 30 тысяч квартиру однокомнатную. Наконец-то он зайдет, у меня сядет, это моя. Но через 50 лет она уже будет ну, совершенно как бы не та квартира, это же тебе не поместье какое-то, и не земля. Сейчас так, во многих новостроях оказывается, что земля в аренде. Там, через 50 лет она закончится, да, и этот дом будет просто лишним на этой земле. Поэтому это такое иллюзия того, что ты что-то там где-то застолбился, типа твое. Земля у нас еще пока дешевая, пока еще она есть. Вот я бы всех ориентировал туда, да, то есть, как бы, если есть у вас сейчас на покупку однокомнатной квартиры, лучше купите 1,5 гектара земли где-то под Киевом, да, и там обоснуйтесь, пустите корни. А тоді питання, значит, в принципе, ты підтримуєш продаж земли? Вот, секундочку. Я, значит, смотрите, находясь там, я все лето провел, как бы, занимался этими аграрными темами, и что понял? Что есть, во-первых, нормативы. Вот фермер удобряет поле, он должен удобрять его там не, ну, короче, там сколько-то километров от села, для того, чтобы эти яды не попадали, там, не дышали селяне и так далее. Но у нас эти нормы никто не соблюдает уже сейчас. То есть, ну, как-то закрывают глаза, другой раз ты приезжаешь в это село, там дышать нечем такое. Яд именно по всему селу, да, это уже сейчас. А что будет, если нашу землю... Сусиды, да, вот так? Да, ну да, ну, люди привыкли, ну а что же рубить, мы так живем, да. И это можно сейчас еще как-то отстаивать, там их напрягать, потому что это, в принципе, и те наши люди. Но что будет, если эту землю, например, купят, ну, я не знаю, китайцы, американец, ну кто-то, кто не отсюда, которому эта земля недорого, которому люди... Он привезет инвестиции, он привезет китайцев, китаец привезет китайцев. То есть вот привезет он на этот гектар 100 человек, которые вахтенным методом его опрыскивают всеми едами, которыми можно, и уедут обратно в Китай. Продукцию, там, я не знаю, нам продадут, отправят куда, это уже не так важно. Главное, что эта земля, она будет год от года становиться все более ядовитой, жители вокруг этой земли будут все более отравленными, и вот все, во что это упрется, вот эта продажа земли у нас. Останемся без земли, тобто и будем потом отравлены. Не веришь в то, что, ну,
як казали деякі люди, що зараз прийдуть інвестиції, гроші потечуть, і ми як заживемо, запануємо. Я придержуюсь той точки зрения, що ти можеш продати все, що ти создав. Эта земля нам досталась от наших там, предков, которые за нее тут проливали кровь, они ее удерживали. И просто взять ее сейчас тупо распилить и продать, кому и зачем. Да, ну, давайте между друг другом, да, тут какой-то рынок вот в середине, ну, он и так есть. По сути, кто что хочет, сейчас может себе получить. Да, и хорошо, ну, даже уже пойдем по этой логике, что надо продавать. Да, но тогда раздайте всем по этим 2 гектара земли обещанных, которые они говорят, каждому положено. Да, давайте раздадим сначала уже, все пересчитаем, чтобы каждый человек, каждый украинец получил свои 2 гектара и потом уже решал, что с ними делать. И то это плохо, потому что все их там попродают, если человек еще не дошел до того уровня, что гектар земли лучше, чем однокомнатная квартира. Вот если он не дошел, он ее продаст. Он возьмет эту однокомнатную, ну и потом через там, пару-тройку лет он поймет, что даже платить там не сможет коммуналку, которую они же накрутят. Вот. Дуже дякую за цю цікаву розмову. Ми продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що сьогодні цікавого нам вони розкажуть. Дивимось. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Но давайте сначала поговорим о том, почему депутаты «Слуги народа» так спешили принять закон о рынке земли. Скорее всего, это связано с тем, что в Украину приезжает с очередным визитом миссия Международного валютного фонда. И президент Зеленский хотел продемонстрировать Европе, что он сохраняет свою нацеленность на продвижение земельной реформы. И не нужно скрывать, что европейских инвесторов также очень интересует вопрос продажи земли. Как вы знаете, заседание фракции «Слуги народа», где рассматривался земельный вопрос, тоже проходило очень непросто. 30% членов фракции поначалу не поддерживали это решение. Но в итоге, когда вопрос рассматривали уже на сессии Верховной Рады, то 227 депутатов фракции из 254 все же это решение поддержали. Большую роль сыграло то, что на заседании фракции «Слуги народа» пришел сам президент Владимир Зеленский. И даже непосредственно при нем там проходила очень жесткая дискуссия. Тем не менее, Зеленскому удалось убедить своих депутатов. И говорят, что не последнюю роль сыграло то, что Зеленский предложил провести референдум касательно продажи сельскохозяйственной земли иностранцам. То есть Зеленский дал понять своим депутатам, что он за то, чтобы землю покупали только украинцы. Имеется в виду физические лица и украинские юридические лица. Мы видели, что вопрос продажи земли не был поддержан остальными фракциями в парламенте. А фракция Юлии Тимошенко даже из-за этого вопроса официально объявила о переходе в оппозицию. Наша команда заявляет про переход партии «Батьківщина» в оппозицию. В оппозицию до политики знищення Украины, оппозицию до политики продолжения эпохи бедности. Мы оголошуємо оппозицию против распродажу с молотка всех стратегических объектов власності Украины и в том числе земли. И тут ничего удивительного нет. Мы знаем, что Тимошенко очень давно и последовательно выступает против приватизации сельскохозяйственной земли. И это ее принципиальная идеологическая позиция. Хотя мы все понимаем, что позиция Тимошенко относительно рынка земли могла бы поменяться, если бы она была у власти. Не верите? А как же вот эти ее ранние заявления? Мы думаем делать, это идти по шляху Франции. Нашей команде подобается французская модель рынка земли. То есть у Тимошенко были свои планы на продажу земли. Но опять же, эти планы могли быть воплощены только в том случае, если бы она была у власти. А так и остается только одно – выставлять на показ свое несогласие с вот такой вот инициативой Зеленского. Но самое главное, нужно отметить, что и до этого момента фракция Тимошенко была в конструктивной оппозиции. Несмотря на то, что некоторые законы, инициируемые командой Зеленского, ее фракция все-таки поддерживала. Но теперь уже все. Юля к тому же не захотела простить Зеленскому, что он не захотел видеть ее премьер-министром. Ну и нужно сказать, что Тимошенко не теряет надежды и надеется через Конституционный суд заблокировать рассмотрение в Раде закона о рынке земли. То блогеры Украины. Жан, дуже дякую за те, що був у нас сьогодні в студії. Це дійсно дуже цікава розмова відбулася між нами. І я сподіваюся, що ми ще не раз з тобою тут зустрінемося. Друже, згодний. Дякую.
Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо цікавитись думками наших відомих блогерів, а ви не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па! Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ, про блогерів шоу. Дивись ТБУ! Yeah.